Простите, сэр. Что? Вы не убрали за своей собакой? Да, я пакетик забыл. Ну уж нет. Это ведь не просто закон государства, это закон человеческой культуры. Я вас уже видел. Выходите из того здания, пес гадит, и вы оставляете все как есть. Займитесь-ка своим делом. Это и есть мое дело. А, ты из этих? Из тех самых. Ну, есть запасной пакет? Нет, я свой уже использовал. В другой раз уберу. Нет, вы уберете это сейчас. Может, просто забьешь? Забью? Звучит очень просто. Конечно, давайте забьем. Всего-то собачье дерьмо. Но это очень маленькое и очень опасное слово. Если я забью на дерьмо вашей собаки, придется забить на то, что говном заполнится вся эта набережная. А случится это очень быстро. И оно будет на наших штанах, подошвах. И мы будем приносить его в наши дома, и там тоже будет пахнуть говном. На это очень легко забить. А почему бы не забить заодно на мелкие кражи? Ну, украл пацан из киоска 5 баксов, какая разница, всем плевать. А в следующий раз он решит украсть ваш телек, или вломиться в ваш дом и украсть вашу жену. Какая нахрен разница, ведь к тому времени мы все будем жить в говне.